Лидер социал-демократов Германии Шольц ушел в отставку. Шольц ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики социал-демократической партии из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами. Лидер социал-демократической партии Германии, СДПГ, Мартин Шольц объявил об отставке, сообщает Reuters. Политик ушел в отставку в надежде уменьшить уровень критики СДПГ из-за принятия коалиционного соглашения с консерваторами во главе с Ангелой Меркель. Полномочный председателем социал-демократов станет заместитель Шольца мэр Гамбурга Олаф Шольц. Он должен стать министром финансов в новом правительстве. Социал-демократы уже определились с вероятным преемником Шольца. Им может стать бывший министр труда и социальных вопросов Андриана Лис. Ее уже порекомендовали в качестве длительного наследника Шольца. В Германии договорились о формировании коалиции. Ранее сообщалось, что Шольц отказался возглавить Министерство иностранных дел Германии. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.